Уважаемые участники форума, я рад приветствовать вас на сегодняшнем мероприятии, которое посвящено ключевой, приоритетной для Камчатского края теме. Сегодня мы с вами обсудим наиболее острые, волнующие коренные жители Камчатки вопросы. Это и сохранение языкового многообразия, преподавание в школе языков коренных народов, это сохранение традиционного искусства и ремесел. Безусловно, мы не обойдем вниманием и вопросы справедливого и прозрачного доступа к природным богатствам, ведь именно они лежат в основе традиционного образа жизни коренных народов Камчатского края. Мы с вами гордимся этим наследием и должны предпринять все необходимые усилия для его сохранения. Поэтому те решения, которые сегодня будут приняты, лягут в основу работы правительства по обеспечению достойного качества жизни каждого жителя Камчатского края. Желаю успешной и плодотворной работы на сегодняшнем форуме и завтрашнем съезде Ассоциации коренных народов Камчатки.